Отдыхать в сквере на проспекте Строителей любят не только семьи. Присмотрели себе места и прячутся от жары здесь целые отряды голубей. Хорошо бы в такую погоду освежал фонтан. Но сегодня здесь только груда камней. Ну, мусор везде валяется, и трава, вот это вот все. Вот сегодня мусор убирают, траву убирают. Довольны вы? Ну да, еще фонтан почистить. Его сегодня чистят, и он скоро заработает. Ну, это хорошо. Иногда вот не работает этот фонтан, а так остальное у меня претензий никаких нет. И детей полно, и дети все заняты, и после садов тут невозможная очередь. Управляющая компания обещает все исправить сегодня же. Фонтан чистят, а грязные камни вывозят прямо при нас. Сегодня прошла уборка полностью фонтана с последующей заливкой новой свежей воды. Но трудится сегодня в сквере не только управляющая компания. Избавить ландшафт от травы пришел целый штат работников Октябрьской администрации. В честь приближающегося 80-летнего юбилея здесь делают ровно 80 добрых дел своему району. Вам тоже не составило труда сегодня надеть перчатки? Конечно, нет, потому что мы сами должны делать наше окружение чистым и прекрасным. Замечен с граблями был глава администрации. Говорит, такие субботники – только малая часть дел для района силами администрации. Работаете без перчаток. Где ваши перчатки? Ну, у нас руки как перчатки. Не имеем мы садовников, к сожалению. Сами вынуждены в этой роли иногда выступать. Хотя управляющие организации и наши добрые граждане, которые заботятся, принимают участие в таких же субботниках. Почистили сегодня не только сквер семейного отдыха на проспекте Строителей. Дошли рабочие руки и до скверов на Рене-Туя, Зодчего и на улице Бабушкина. 80 лет району отметят большим собранием в Театре Бестужева и концертом на Театральной площади 29 августа. Мария Латышева, Бато Гармын, новости дня.